В образовательных учреждениях начались проверки систем видеонаблюдения. Поводом к этому послужил нашумевший случай в 66-й школе. Напомню, недавно там до потери сознания избили ученика. Все на глазах охранника. При этом камеры наблюдения ничего не зафиксировали. События происходили за пределами зоны видимости. Кроме тестирования систем видеозаписи в других школах, сейчас продолжается проверка в 66-й. Там уже состоялось большое родительское собрание. Что грозит обвиняемым в избиении подростка, пока не ясно. Это тоже несовершеннолетние, поэтому в отношении них сегодня мы проверяем вообще действия ведомств системы профилактики. Эти вещи, они еще находятся в рамках следственных мероприятий.